Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Герберт Гюстав Шмальц, английский художник, прерафаэлит. Шмальц родился в Англии в семье немецкого консула Гюстава Шмальца, его английской жены Маргарет Кармайкл, старшей дочери художника Джеймса Уилсона Кармайкла, 1 июня 1856 года. Получил обычное образование в области живописи, сначала в художественной школе Южного Кенсингтона, затем в Королевской академии искусств, где учился у Фрэнка Дикси, Стэнхоупа Форбса и Артура Хакера. Я цитирую переводную Википедию, данных не очень много, ну, все то, что есть. Закончил обучение в Антверпене, в Королевской академии изящных искусств. Академия в Антверпене сочетала в себе элементы французской, немецкой и фламандской школ и знакомила британских художников с более широким спектром направлений в европейской живописи. После возвращения в Лондон сделал себе имя как исторический живописец, владеющий классическими и литературными сюжетами, на чей стиль оказали влияние прерафаэлиты и ориенталисты. В 1884 году успешно выставил свою картину «Слишком поздно» в Королевской академии. После путешествия в Иерусалим в 1890 году он написал серию картин на темы Нового Завета. Одна из самых известных – это «Возвращение с Голгофы» 1891 год. После 1895 года Шмальц все чаще писал портреты. В 1900 году он провел большую персональную выставку под названием «Мечта прекрасных женщин» в Обществе изящных искусств на Бонд-стрит. Время, проведенное в Иерусалиме, оказалось бесценным для его трактовки сюжетов из Нового Завета. Его ранняя работа относится по стилю прерафаэлитам, но по мере становления его манера, его работы принимают все более неклассический стиль с акцентом на мрачновато-камерный свет и драматичную атмосферу, и оказались очень популярными среди публики благодаря публикациям в журналах и печатных продукциях. Шмальц дружил с Уильямом Холманом, Хантом, Уэлл Принципом и Фредериком Лейтоном. В 1918 году, после поражения Германии в Первой мировой войне, он принял фамилию своей матери, с 1918 года называвший себя Джон Уилсон Кармайкл. Скончался в возрасте 79 лет в 1935 году. Критик Джордж Мор писал: «В том, что произведения мистера Шмальца способны производить глубокое впечатление даже на необразованное сознание, нет никаких сомнений. Когда я был там, некая леди торжественной походкой проследовала в соседний зал и, не найдя там ничего более волнующего, чем сельские сцены, написанные акварелью, воскликнула: „Деревья, одни деревья. И что такое деревья после того, как твоя душа была возвышена?“» На одном из аукционов картина Шмальца была куплена за 30 тысяч евро. Многие работы художника были проданы на аукционах за 56 тысяч фунтов стерлингов. А в феврале 2018 года на Сотби одна из картин была продана за 68 750 долларов. Ну вот так вот вкратце, данных не очень много, о английском художнике прерафаэлите Герберт Густав Шмальц. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.